Во Владивостоке начался ремонт дорог. Привлеченная подрядная организация ведет работы по устранению ям и неровностей на улицах Шошина, Карбышева, Тухачевского. Рабочие снимают старый поврежденный асфальт. После начнутся работы по укладке нового покрытия. Отметим, в этом году компании-подрядчики закреплены за каждым районом. Вместе с ними ремонтом дорог также будет заниматься муниципальное дорожное предприятие содержания городских территорий. Перечень адресов, где необходимо провести локальный ремонт, будут регулярно дополнять новыми адресами. Таким ремонтом охватят свыше 63 тысяч квадратных метров трасс. Комплексными работами планируется охватить более 20 улиц Владивостока. В настоящее время подрядчики приступили к выполнению аварийно-восстановительного ремонта дорог. Исходя из объемов работ, температурного режима и прогнозируемых погодных условий, сейчас выбираются участки, определяются участки, которые необходимо в первую очередь сделать. В этом году у нас определены дополнительно к нашему муниципальному предприятию 5 подрядных организаций, которые будут работать в каждом районе. Перечень объектов уточняется, исходя из результатов обследования дорог. В первую очередь попадают это дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта, проезды к густонаселенным районам. Помимо ремонта, который проводится управлением в рамках содержания, подготовлены 6 контрактов, большинство контрактов уже заключено, определены подрядчики. Это на ремонт 20 участков дорог и проездов практически во всех районах города.